с палтуса пробу снял. Теперь можно приступать к кильке. Что тут у нас сегодня у подруги на обед? Чиабатта с маслом, с килькой собственного посола по 2 евро килограмм в магазине, 200 грамм 2 евро или даже 150. Ну, вот так вот. С лучком, с лаврушечкой. Вчера куплено, сегодня уже едим. Ну, для сравнения, палтус. Маслица 82%, ну и щи, вернее, рассольник с курицей и со свининой. Так, посмотрим, где они тут. Косточки куриные. Мясо уже снято и измельчено. Ну что ж, начнем с палтуса и с курочки чиабатты. Самая вкусная, конечно, шкурка, но и самая вредная.